Получает Аррою мяч против Хайнца в поле. А вот Никита напрасно побежал от дома застраховать. Что же это такое? Опять равный счет. Вот эта игра. Какой кошмар! Какой кошмар! Милош Теодосич проигрывает эту встречу. А Деколо не может ее спасти. Барса вырывает победу со счетом 198. Это просто невероятно. Зловещие тени прошлого снова окружают Милоша Теодосича. Дважды он мог выиграть этот матч для своей команды и в конце концов его проиграл.